Сегодня в ауле Адыгехабль торжественно открыли начальную школу. Обновление зданий и кабинетов длилось на протяжении 2 лет. О новшествах учебного заведения расскажет Дарья Тандит. Начальная школа в Адыгехабле была построена почти полвека назад и нуждалась в обновлении. Благодаря программе капремонта теперь это современное здание, где созданы комфортные условия для учебы и развития более чем 300 учеников. Торжественное мероприятие проходило в новом актовом зале. Модернизация системы школьного образования предоставила беспрецедентную возможность привести наши образовательные учреждения в соответствии с требованиями стандартов. На сегодняшний день в нашем районе отремонтировано 6 образовательных учреждений, капитально отремонтированы. Не осталось ни одного сантиметра, к которому не прикоснулись бы строители. Отремонтировано все, кроме ремонта основных средств. Школа оснащена самым современным оборудованием. Поздравления сменяли творческие номера школьников. Учащиеся начальных классов читали стихи, пели и танцевали. Поздравить детей и учителей с открытием обновленной школы приехал заместитель министра образования и науки Карачаево-Черкесии Шамиль Шаманов. Вдвойне приятно видеть детишек, как они рады. Я представляю себе, как они, когда только вошли в школу и увидели всю красоту, которую они в стихах передали, светлую школу. Пусть у детей будет светлая жизнь, пусть у них будет яркая жизнь, и дорога будет всегда открыта им. После торжественного мероприятия гостей пригласили на экскурсию по школе. Работа была проведена не только по обновлению фасада, но и внутренних помещений. Стало тепло, светло и комфортно. В школе появился центр детских инициатив для дополнительного образования учеников. Обновили спортивный кабинет. Помимо школьной мебели, приобрели цифровое оборудование в каждый класс. Ученицы 4 класса рассказали, что с нетерпением ждали открытия родной школы. Там всегда добрые учителя. И я очень рада, что когда они даже заставляют делать уроки, они все равно нас очень сильно любят. Учителя – это наша вторая семья. Это место, где ты можешь увидеться со своими друзьями, получить много знаний. При этом тут очень можно получить очень много веселого времени. Обновленная школа стала настоящим подарком для жителей аула. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаево-Черкесия.